О том, как проходит ликвидация лесных пожаров, сегодня рассказали в Краевом лесопожарном центре. До конца суток специалисты намерены локализовать 5 очагов возгорания в Ивенкии, Богучанском и Большемуртинском районах. Под контролем находится каждая термоточка. Оперативные данные обновляются каждые 3 часа. При этом населенным пунктам ничего не угрожает. Как отметил руководитель Краевого лесопожарного центра Дмитрий Селин, лесные пожары бушуют на всей территории Сибири. Как результат, в некоторых районах сохраняется повышенная задымленность. В целом, обстановка именно в зоне применения авиационных и наземных сил и средств абсолютно контролируема. Все силы лесопожарного центра задействованы. Мы произвели внутрибазовое маневрирование сил и средств. У нас порядка 500 как раз человек были переманеврированы на Енисейскую, Ангарскую группу районов, в том числе и на Ивенкию. Дополнительно была усилена авиационная группировка, это и по распоряжению губернатора Красноярского края, также приняты соответствующие решения. И в целом та дымка, которая была над городом и в целом над северными районами и населенными пунктами нашего края, на сегодняшний день эта дымка, как вы можете видеть, уже ушла.